Ребят, но я вам хочу рассказать еще об одном произведении искусств. Но это произведение свершилось не потому, что мне так захотелось, а потому что есть такая маленькая ведьма. И это не с какой-то иронией, это истинность. Истина, действительно, это так и существует. Это та ведьмочка, у которой открываются и открываются ее возможности, открывается и открывается ее сила. И да, это эти четки, они неимоверно тяжелые. Это гранат. И мы с вами все понимаем, что такое гранат. Гранат, который носили в своих украшениях цари, полководцы, руководители, такие прям очень-очень большими кланами, которые руководили большими структурами. Это очень сильный камень, этот камень выбирает. Он настолько готов, либо не готов к своему избраннику, что это не мы можем выбирать. Мы можем выбрать много камней, но только не гранат. Только гранат выбирает нас. И когда я делала это для своей девочки, когда она мне сказала, что она хочет вот что-то такое, и мне сразу же пришло, что это для нее. И вот этот гранат, он тоже идет из разных диаметров бусин. Это те бусины, которые по нарастающей приводят ее к пику, потом к осознанию, к пику, к осознанию. И что здесь есть? Здесь, конечно же, здесь есть роза, потому что что такое роза? Роза — это красота, роза — это неимоверный цвет, это неимоверный запах. Но к розе может приблизиться только мудрость, иначе ты поранишься о ее шипы. По-другому не может быть. Роза не для всех, роза для избранных. И когда ты поднимаешься и поднимаешься вверх, когда ты проходишь эти лабиринты, то ты поднимаешься к своим крыльям любви самого себя. И когда ты подходишь к своим крыльям самого себя, у тебя приходят другие осознания. Другие осознания, что ты есть весь этот мир. Что такое твой дом? Твой дом — это везде. Но так как это не просто девочка, это глубинная ведьма, сведущими знаниями, ее дом — это ее замки. Ее замки в каждом уголке этой планеты. И проходя все это, она себя реализует как нежная роза, как нежная красная роза. И вот эта вот роза, которая готова принять только мудрость, мудрость всего. Через вот это вот великолепие и гордость, мудрость и силу камня гранат. Маленькая колдушка, они отправляются к тебе.